Самая большая проблема моей жизни, я на сегодняшний день прямо утверждаю, заключалась в том, что мне не нужно было просматривать мои прошлые жизни. Нужно было просматривать будущее. А я думал, что меня так обучали, что если человеку начнут показывать его прошлые жизни, то он может добиться высоких результатов жизни, опыта и так далее. Я могу вам сказать, что я смог просмотреть свои прошлые жизни, несколько жизней от начала и до конца. Я могу вам сказать, что это самый глупый и неправильный опыт, который я когда-либо или к какому я когда-либо прикасался. Почему? Потому что в самом начале я был прекрасным, хорошим человеком, а в тот момент, когда в меня вошел опыт 3-80-летних вредных старцев, знаете, и проживших жизнь не ахти, поверьте мне, и будучи не самыми лучшими людьми на этой земле, и после этого такое большое количество болезней, и начали, сустав болел лет 10, коленный, там, и это вот, просматривая его, умер там тяжело, и там болел, и вот у него болела там челюсть, болело ухо, уши чесались, и локоть болел, колено болело, палец отсыхал, еще что-то. Копчик ему там прикладывали, то-то. После этого пришел в состояние, вспомнил, как звали, там, вспомнил там все остальное. И после этого, со следующего дня, все, что у него болело, начало у меня болеть. И все, раз хочешь знать это все, получай болезни. Зачем нам это? Не надо лезть в прошлые жизни, не надо.